садится на жердочку и кушает с жердочки. Представляешь, насколько ленивая курица, это просто кошмар. Курица ест с жердочки. Вот это жертва, на ней сидят. И цыплята сидят. Там петушок светлый сверху. У него зад выщипан, как у бабуина. Или макак. Бабуин или макак. Это вот эти все желтые цыплята, желтопегие, повыдирали у него перья. Такая прическа на зиму. Че, как еда, что ли? А им хватает, в принципе, вот как его, комбикорм покупной. То есть там все микроэлементы, витамины, то есть там все сбалансировано. Угу. Плюс я еще кормлю топинамбуром иногда, ну вот не каждый день, но кормлю. И дают еще такой комбикорм тоже волю собственного происхождения. То есть это у них такой каннибализм. Выщипывать сзади. Сзади приятней. Нравится им это дело. Петушок активно питается. Он прямо аж в руки прыгает. Значит, растет. Растет. Молодой, здоровый организм. Кушайте, мои курочки. Кушайте, цыплята. Эта курочка тоже была большой, но потом заболела. А, вот она начала есть. Я пригласил. Любит она комбикорм очень сильно. Прямо всех гоняет. Даже свою сестру, вот эту белую. Кто будет плохо кушать, пойдет в суп. Того будут хорошо кушать. Вот так вот. А там цыпленок есть желтый. Вот этот самый желтый цыпленок. И те более бегие, а тот самый светлый такой, из желтых. А ноги потемнели, лапки такие были сначала нормального цвета. Видно? Или ловить надо? Наверное, ловить. Получилось. Давай, пошли на улицу. Кря-кря. Смотри, какого цвета ножки. Ну, видно, что курочка. То есть они будут или черные, или зеленые. Непонятно, какого цвета пока. А зоб какой полный. И видно, тоже тут выщипали. Угу. Видно, что повыдирали. Ух, я бодранный. Да. Ну, а вот эта голова грязная от того, что они суют. Ну, не сухим комбикормом кормлю, а с картофелем. С картофелем там надо размачивать. Так, ну что, посмотрим, как она. Состояние. Ну, крылья переходные, перья, так что тут особо нечего. Ничего не видно. Это такой уже почти килограмм, наверное, с зобом. Хорошо кушает. Сердце тут. Фотографируешь? Глаза еще зеленые, детские. Может, петушок, но скорее всего, что курочка. Желтых у меня, по-моему, не было петушков. Да. О, как выщипали, повыдирали. Ну и новое нарастает, сразу же видно. Ой-ой. В трубочках пока. Возраст такой. Арсений Селезнев зверобой, черные лапы. Они могут стать зелеными. Были у меня такие цыплята. Сначала были черные, а потом становились зелеными. Непонятно, в общем, какого цвета. Хотя были сначала такие вот беловатые. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока!